Друзья, всем привет, это новый выпуск на моем твинке, и посмотрите на мои гемы, 29 тысяч гемов. Я говорил, что больше не буду донатить сюда, потому что, ну все, хватит, я сюда много закинул денег, и как бы все равно до фула не дойдем, бла-бла-бла, мне не падают там в сундуке фортуны нужные карты. В общем, реально разнылся, и в итоге потом как-то меня переубедили в комментах, типа, мол, ну хватит, давай, доводи до конца, создал проект, точнее, ты сам его придумал, давай, доводи до конца. И, собственно, вы правы, надо его доводить до конца, поэтому закидываю еще пачку гемов, надеюсь, вы поддержите, надеюсь, сделаю не зря. Тем более, вам крутой аккаунт потом уйдет кому-то из вас, точнее не всем, а кому-то одному из вас. Поэтому прожмите лайк, подпишитесь и нажмите на колокольчик, дабы не пропустить новые выпуски, потому что теперь будет их много, так как я буду продолжать на нем апать кубки. 29 тысяч гемов. Что я сегодня буду фармить? Одну из самых основных карт, которую я хотел прокачать, это зап. Он у меня постоянно был слабого уровня, он не убивал копейщиков, блин, это кошмар был. По сути, у меня уже прокачан гигант, мне не надо ждать рарки, эпики какие-то в магазине, мне чисто одну коммон какую-то нужную выловить, и зап это одна из нужных, одна из самых слабых коммонов, которые у меня есть. Остальные у меня минимум 11-е, вот это, летучая мышь, дальше 12-е пошли. Короче, сегодня зап, я не знаю, до какого уровня поднимем, хочу до 12-го минимум, плюс там еще в магазине у нас есть парки, и это, наверное, тоже не очень маловажный сюрприз такой, потому что с парки нам осталось всего лишь 3 карты, и она у нас будет 4-го уровня. И она будет 4-го уровня. Ну что, поехали, я готов потратить около 10 тысяч гемов сейчас. Посмотрим, сколько я потрачу в итоге. 1800 золота, окей. Блин, единственное, знаете, что у нас... в чем у нас проблема? Это с золотом. Золота нету ни хрена. Я не знаю, как я буду прокачивать. Может быть, сейчас за гемы придется купить золото, потому что мне так впадло фармить гранды. 4500 гемов, это 100 тысяч золота. Вот, немножко подлагивает, но... Вы же знаете, мне по вечерам такая бывает, петрушка. Так, ну что ж, продолжаем. Так, снова разряд и стражики, окей. Так, теперь мне будет очень изи взять 4600, хотя бы и так взял 4600, но теперь бы, ух, как, прям я очень рад. Смотрите, сейчас будут спарки, чекайте. Пау, все, пацаны, спарки останется. Ну, может быть, конечно, что и не спарки, но, скорее всего, она. Да, это она, или не она. Она или не она? Она! Смотрите, 8 из 10. 8 из 10. Круто, четвертый. Класс. Радуюсь, как... Летучие мыши, вы видели, выпали? Они мне тоже нужны. Круто. Прям прет. Так, а что мы... Какая нам эпик-карта фармится? Стражи, да? А слушайте, стражи, кстати, неплохо. Они могут заменить банду гоблинов... Ну хотя не, банда там еще просто есть, у меня просто в моей колоде вместо дровосека банда гоблинов, я как бы все-таки планирую ее до фула поднять, нежели дровосека до четвертого, вот, ну, вот просто сейчас фармятся стражи, не знаю, на какой уровень смогу их прокачать, ну, все равно, стражи это не банда, в банде еще есть копейщики, которые чуть-чуть воздух наносят урон, поэтому это не та карта. Так, ну смотрите. Что у нас? Мы потратили 5000 гемов. Прокачиваем, давайте, зап. И что получается? Нам еще 2 карты надо, спарки. Ну, давайте продолжаем, открываем, пока не выбьем спарки. Просто класс. Банда! Отлично, тоже круто, потому что банда у меня тоже слабо прокачана. Я ее убрал с колоды, так как, ну, 9 уровня она вообще ни о чем. Никакого толку нету. Что есть, что нету вообще. Так, еще один разряд. Ну, разряд, блин, надо, конечно, на 12 уровень, но нету золота, блин. Не знаю, короче, мужики, сейчас сейчас выбьем карты, а прокачаю, возможно, в следующем ролике. Может быть, просто закину еще гемов, либо буду катать гранды, потому что, ну, надо подумать, чтобы я... Слушай, вот сейчас будет еще одна спарки, да? Да, смотрите. А, нет, блин, что-то не повезло, не фартануло, ладно. Едем дальше. Так, это у нас разряд. Это у нас мушкет. А это у нас... Что это у нас? Стражи. Ок. А что такое? Что-то не то падает, да? Или нет? Или все нормально? Разряд есть.
Разряд, кстати, уже на 12 левел подходит, прекрасненько. Но и мне все равно, походу, этих гемов не хватит, надо будет еще закинуть. Вот. Ну ладно, так. Вот он, разряд. Да, вот она, Спарки наша, Спарки. Да, иди сюда, иди, давай, давай, давай. Только не вздумай мне дать какую-то другую легу. Отлично. Чекайте, пацаны, 9 из 10. 9 из 10. Я снова доначу и снова фармлю карты на твинки. Хотя говорю, что больше не буду. Класс просто. Не знаю, что я так получаю от этого удовольствия. Так, а сколько было? Это мы больше 10 тысяч гемов уже потратили. Слушайте, ну последнюю эту карту надо вытащить уже. Да и причем за подфармим и золото немножко. Погнали, погнали, да. Идем до конца. Идем до конца. Разряд очень такая нужная карта. И решает она много чего. Если стрелы пойдут и 12-е, мне не принципиально 13-е. То есть, ну это там на добивание разве что. То зап однозначно решает очень много чего. Это бочка гоблинов, банда гоблинов, там миньоны. Это очень важно. Зап 12-й будет тащить. Это не 10-й, не 9-й. Я с 9-м играл запом до этого. Так, ну что ж, вот сейчас будет Спарки, сейчас она выпадет, и все, она будет доступна на 4 уровень. 4-я Спарки, я не знаю, как я буду 4-ми легами на таких кубках катать. Это зашквар, и вот она, это последняя та лега, которая сейчас мне нужна. Давай, давай, родная, давай, 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 давай. Да, вот она, все, я, кстати, до последнего не верил в то, что смогу в этом проекте легу поднять на 4-й левел. Вот серьезно. 50 тысяч золота надо, блин. И 6 разрядов. Слушайте, ну все, дальше открывать не буду, потому что 6 разрядов я вот здесь в клане запрошу. Вот, давайте дадим фаербол. А Спарки прокачаю, наверное, на следующий ролик. Знаете, как мы поступим с вами? Мы, наверное, купим золото вот здесь. Не знаю сколько. И, наверное, как раз-таки только ровно на Спарки. Чтобы прокачать. Ну, короче, не знаю, либо я пройду гранды, чтобы нафармить золото. Не знаю, посмотрим. Чем больше лайков, тем быстрее прокачаю Спарки. Ну, блин, мне аж прям хочется поиграть 4-й Спарки 11-м бегом и 8-м шариком. Ну что ж, смотрите. Погнали, сделаем одну каточку. Наверное, следующий даже ролик будет не где я прокачаю Спарки, а попробую поднять этой прокачкой, конкретно этой прокачкой, 4600. А вот дальше уже, вот дальше мне уже понадобится сильнее прокачка. Вот дальше реально уже прокачаю Спарки. Тупо, не тупо, не знаю, сейчас тратить стрелы, но, блин, как-то мне страшно стало. Так, окей. Зап. Что же это за дека? Только не спека, я вот прошу. Все что угодно, только не пека. А что же это может? А, три мушкетера еще может быть. Три мушкетера, ладно, еще как бы должен справляться, а вот против пеки ужас как сложно. Ну, давайте сейчас проверим как раз, если там пека, он его сейчас поставит. Если там пеки нету, то пламя. Не факт, что там пека. Окей. Окей. Так. Сейчас самое главное вовремя выпустить вот эту карту. Блин, духи вот это помешали мне. Азап. Азап. Камон, я не просчитал эту тему. Мне на зап не хватило элика. А куда делись мои лучницы? Стрелы, да, были? Капец, пацаны. Да, дела. Да, теряю башню. Сука, я такой даун просто. Не надо было делать атаку. Просто не надо было ее делать. Не было запа, а я пошел в атаку против пламенного. Фак. Ладно, поехали. Сейчас у меня зап есть. Зап есть. Блин, ну как-то все у него хорошо так контрит меня. Прям, не знаю даже. И цикл у меня, блин, не очень. Не, смотрите, просто я сейчас попробую законтрить пламенного летучими мышами. Духи уничтожают. Пытаюсь разбойниками. Стрелы летят. Чего делать? У меня реально воздуха, вот воздух ничем контрить. Вот это проблема этой деки. Такая вот небольшая. Не, ну я тут проигрываю однозначно, вы сами все видите. Unreal как-то выиграть его. Вот из-за того, что вот, а была бы банда вместо дровосека, да?
Я думаю, бы он тратит стрелы, я подбрасываю банду. Окей, тут сливаем. Тут сливаем, потому что... Блин, ну, не пошла, родная. Ладно, сейчас отыграемся, все будет хорошо. Надеюсь, не лагал поединок. А что за странная дека такая? Давайте посмотрим на его колоду. У него и танка не было, да? Ну, Валькирия. Ладно, поехали. Бывает такое, бывает. Ну, вы сами посудите. Вот он выбрасывает пламенного, да? Идет гигант. Как мне задефать пламенного? Летучими мышами, да? Там мегамуха и печка мешает. А если дефать разбойниками, он их уничтожает сразу стрелами. Все, пламенный просто уничтожает гиганта. Можно было бы, конечно, как-то... Может, сторону резко сменить? Да, может быть. Но я как-то к этому не пришел. Не сложилась, короче, атака. Ладно, поехали. Хок с Теслой, фак, тоже такая неприятная колода. Еще и Гром есть, что является контр моей спарки. Да ты че, серьезно? Да хоть шарик долети к вышке. Да ну фак, иди в... Шо, просто, блин, бесишь. Так, ну он слил Теслу, отлично, сейчас у него Теслы нет. Но как-то, знаете, стрёмно сейчас идти в атаку. Хотя ладно, поехали. Спарки по правой стороне. Скорее всего, Хок пойдет слева. Ставим гиганта. Вот он, Хок. Без ледяного духа. Здесь мы летучих мышей. Зап он сливать не будет. Блин, а что ж так плохо все у меня? Скажите, пожалуйста. Ой, Валька еще. Валя, отойди от спарки. Не хочет отходить от спарки. Пристала она к спарке. Плюс Гром не дал выстрелить ни разу. Ну, зато гигант там фуловый почти. Дровосек справится с Валей? Нет. О, под рейдж попал гик. Отлично. Это неплохо. Но он все равно нанес урона по двум вышкам. Так же, как я по одной справа. Пока все плохо. Вообще не понимаю, что не идет пока атака. Ладно. Ничего. Все будет хорошо. Как мне сейчас Хога задефать? Кто подскажет? Поехали. Вот так вот сделаем. Что у него там? Ага, Poison. Все, я понял. Понял, принял. Гром сейчас. Блин, как-то все плохо, пацаны. Как-то все херово. Вообще прям не идет. Так. Духи огненные. Все, отлично. Задефались. Ставим спарки. Блин, вот если он сейчас Хога слева подкинет, это тоже плохо будет. О, вот это вообще шикарно. Просто вы понимаете, что он сейчас сделал? Он слил Грома. Ну это же замечательно просто. Это же прекрасно. Походу это фиаско для него. Сейчас будет. Смотрите. Рейдж. Да ты чё, серьезно? Сейчас вторая Тесла, да? Нет. Да! Шутишь, что ли? Ну реально, ну... У него бревно не убивает разбойниц моих. Это плюс для меня. Но что-то вообще не идет. Он так быстро прокручивается до второй Теслы. Зап. Давай, гик, давай. Ты 11 уровня должен тащить. Давай. На! Мне стыдно, конечно. Честно. 8 шарик, 11 гик, и я еле-еле его затащил. Вот. Ну ладно. Ладно, похрен. Похрен. Я, в принципе, не отрицаю, что хреново играю. Вот, поэтому как получилось. 4600 возьму конкретно с этой прокачкой. Не буду пока улучшать запись парки. Сделаю 4600, а потом прокачаю запись парки. И мы пойдем дальше с вами. То есть цель у меня взять до конца сезона 4900. Подписывайтесь, ждите, следите за новостями. Спасибо за просмотр. До скорых встреч. Всем пока.